Доброго дня суток. Хочу рассказать про колеса Мишлен. X-Ice Nord 4. Вот, колеса эксплуатировал в Республике Дагестан. Размер 195, 65 на 15. Вот. Сделаны они в России. И выпуск, если вот видите, 24 неделя, 19 год. Колеса пробежали 5000, может чуточку больше. Вот. 5000 пробег колес. Проколов не было. Проходимость, ребята, ну, надо понять и, конечно, увидеть. Если кто знает, в Дагестане есть поселок Дубки. Там на перевале написано: в зимний период пересекать перевал строго запрещено. Лавиноопасно и прочее. Ну, снег там бывает. Но хочу сказать, что я на ура поехал. Три колеса показал, вот четвертый уже на машине бортируется. Вот. Также это колес Мишлен. Вот. Не знаю, тут тоже год. Не вижу что-то. Не вижу пока. Скорее всего, на той стороне. Ну, тоже у нас темнеет очень быстро уже. Вот сегодня 23 декабря. Предновогоднее. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, с 22-м. Хочу что сказать. Проходимость на перевале Дубки проехал на ура. Просто поставил автомат-коробка. Реношка у меня. Машина. Автомат-коробка. 05 регион. Вот. Проехал на ура. Вот коробочка. Вот. Поставил на, как говорится, вот эту механику. Вот. На механическую. Первый тронулся и на второй. И весь перевал на ура прошел. На второй передаче. С маленькими буквально пробуксовочками. Проехал и заехал. Там меня, конечно, ГАИ остановил и спросил, как ты пересек. Я говорю, вот обыденно прошел. А там же, говорит, написано, пересекать перевал запрещено. Я говорю, ребята, может, там написано, не написано. Но, говорю, этот трафарет буквально засыпан снегом. Они это приняли на ура. То, что действительно засыпало, я не мог прочитать. И без штрафов, как говорится, заехал в этот поселок. Электриков. Они обслуживают Черкегес. Да, паровозы новогодние. Ой-ой-ой-ой. Дедушка приехал. Новогодний. Паровоз старый. Ребята, с Новым годом. Видите, нет, вот паровоз едет. Так что вот так у нас уже новогоднее настроение. Вот продолжу про колеса. Колеса проехали на ура. Ничего не могу сказать. Вполне удовлетворен Мишленом. Раньше зимнего Мишлена у меня не было. Был у меня Yokohama i30, если я не ошибаюсь. Вот. И машина была Приора. Реально. Полноценные два сезона тоже Yokohama ездила на ура. Всех с наступающим Новым годом. Всем хороших покупок. До свидания, не болейте. В программе «Во колесо» только палец вверх.